Доброго утра всем. 8:20 у нас сейчас, выезжаем. Да, родители, мы едем за вязать, в общем, там будем ночевать. Вот Афанасий уже одет и готов. Куда мы едем? Обеда. А еще до кого? А баба. А еще до кого? А баба. До Степы? Да. Правильно. Ну что, поехали? Да. Берем с собой банку для молока. Нам сегодня среда, брать молоко. А нам нужно брать сегодня молоко, сынок. Чтобы пить. Затем. За шкафом. Все, Фаня, ты за велосипед. Ты там, бабушка моет кинзу. Бабуля, привет. Бабуля там моет кинзу. Все, расскажи бабушке, что мы молоко забрали. Все на большой кочерке сама. Глянь, поехали, Афоня. Пошли выносить. Ну, давай, пробуй. Да подожди ты, посмотри, как он едет. Ну как, трудненько? Давай закатим. А? Закатим? Будешь учиться? Тебе не страшно, сына? А мне страшно. А тебе нет? А мне страшно. Ну давай, начинай вперед. Вот так, да. Нет, ты сядь, хорошенечко сядь. Нет, а то, что он для девочек, это ничего страшного. Ну да, да, они как-то... Да почему можно? Нет. Еще? Ну давай ножки ставь. Пойдем. Давай, снимай все, штаны мокрые. Так, ну что, я сейчас на почте забрала два маленьких пакетика. Сейчас сразу посмотрю, что здесь. А, это штампик, который мы с Гришей заказывали. Делать сердечки. Такой вот штампик маленький, дома покажу, как он. Работает ли он, в общем, штампик. И еще один пакетик. А, это 100 одноразовых мешков. Для кондитерских мешков. В общем, супер, я очень рада, что пришли кондитерские мешки, потому что на сайте tfm.ru напиши, как долго. Афанасию день рождения. Я прям хочу сделать торт. Я надеюсь, что и со временем будет все в порядке. Не так, как на мой день рождения с теми правами. И тут я надеюсь, что будет все в порядке. Так что вот, будем с вами делать торт. И хочу еще печенюхи сделать, вот эти вот имбирные прянчики. И как-нибудь их с цифрой, например, или как-нибудь расписать. В общем, что-то надо придумать. Вот, потому что скоро уже у Афончика 28-го на день пограничника день рождения. Вот так вот. Посылки дошли, получается, за месяц. Я их заказывала еще с прошлой ютубовской выплаты, которая проходит 15 числа. И вот получается сегодня 16, я их получила. Сегодня 17. Так, все, я поехала. Так, сейчас покажу, как работает эта штука. Это как дырокол, только сердечки.
Я не знаю, как это правильно называется. Это, по-моему, для скрабукинга такая штуковина. Только на него нужно очень сильно давить. И вот сердечки получаются. Ну, такая прикольная штучка. Сейчас открою эти пакетики. Посмотрим на них поближе. Вот такие они с такой вот китайской надписью. Честно, думала, что они будут немножко побольше. Они достаточно, ну вот, если пачка Барилла, да, то они даже не до конца. Ну, будем пробовать использовать их, посмотрим, как это будет, как они покажут себя в деле. В общем, 100 штук, думаю, нам хватит вместе с роднёй, я и с ней поделюсь. Поня приехал! А ты где был? Где? А, там был Степа. Ныл, скажи, все время, да? Ныл. Ну, что, мама, давай. За мамой плакал. А разве можно плакать? Так он их не одел, что светятся кроссовки. Так ты одевал? Ну и как они? Ты бегал? Да. И они как моргали? Так, пораскладывали мы здесь шпинат. И на диване здесь одеяло порастилали, чтобы впитывало воду, потому что все очень сырое. Мама моет, потому что все грязное. Поэтому, в общем, сейчас не самая хорошая погода, не самые хорошие условия, но все равно, чтобы не перерос, нужно вязать. Все, мы все повязали. Сколько сейчас? 5 часов. Сейчас уже это, да? Будем собираться на карате. Моя Фоня выезжает с бабушкой и с дедушкой. Палисадник мой. Здесь сюда. Все, давай вылазь. Пока, давай, давай. Говори до свидания. Пока. Пока, да, баба. Пока. До завтра, да? Пока. Нет, мы сейчас идем Гришу на карате собирать. Понял? Куда ты? Это что значит? Да? Не знаю, что это значит, но да. Так, ну что, повязали. 5:15 сейчас. Кушать нечего. Вообще нечего. Ну, яйца есть, то есть можно там яичницу пожарить, в принципе. Сейчас гляну, правда, где Афанасий тут у меня. И потом мы собираемся на карате в любом случае. Нет, его там нет, наверное, под навесом. Ты заходишь?